Я убью тебя! Всем хай, с вами Юджин. И, друзья, как вы знаете, у нас с вами продолжается месяц хорроров. И я подумал, почему бы сегодня не сыграть аж в 3 хоррора сразу. 3 игры в одном видео. Все очень разные, все очень страшные по-своему. Но я не знаю, на самом деле, насколько они страшные, я их еще не смотрел. Но выглядит многообещающе. И первая игра сегодня называется Good Boy. Хороший мальчик. Это про мальчика, у которого день рождения. Сегодня мой день рождения! Такой вот у него голос, видимо, очень неприятный мальчик. Надо поскорее уничтожить его, стереть с лица земли. Надеюсь, с ним это сегодня не произойдет. Итак, мы проснулись. Очень интересная стилистика, напоминает Бенди. Так, мы смотрим, как... Ой, это наш котик. Котик. Можем с ним пообщаться? Он говорит мне мяу. Привет, мистер Миттенс. Ужасное имя. Итак, и чтобы взаимодействовать с объектами. Окей, я тебя понял. А, старая игрушечная коробка от моей бабушки. Блин, сколько мне лет? Все такое огромное. Мы можем только подбрасывать предметы. И, кстати говоря, таким образом мы можем очищать себе дорогу, да? Нет, мы можем просто открыть дверь. Так, мама, папа, что вы мне... Что-то прикольное приготовили, что-то светящееся там. Меня ждет сюрприз, идем скорей. Я, кстати, могу спринтить. Видимо, убегать особо не нужно будет ниоткуда. Стоп. Мама, папа. Не томите, давайте, где мой подарок, ваша мать? Я очень грубый, наглый мальчик, избалованный. Я сейчас пойду, возьму нож на кухне и пырну себя. Понятно, я пырну себя. Свет включил. Это картинка меня, фотография меня. Я даже не посмотрел. Плевать мне на себя, где мой... Мать! Где мой подарок? Вот мой маленький сонный мальчик. Совсем измучился, играя с котом. Я не прочитал, мама. Я маленький, не понимаю, что ты там говоришь. Почему тебе не остаться здесь и поиграть немножко? А я пойду закончу твое приготовление к дню рождения. Ну ладно, все, успокоился, хорошо. Как-то странно ушла. Почему здесь тыквы стоят? Что-то здесь не так. У меня что, день рождения в Хэллоуин? Открой, мать, я хочу знать, что там подарила мне, быстрее. А с чем я, по-твоему, должен играть? Кот? Еще один? Это мистер Миттенс? Нет, это Twinkle Toe. А это картинка, которую я бабушку нарисовал. Очень какая-то неприятная картинка, если честно. Все закрыто, меня здесь заперли. Я здесь заперт. А это что? Это кто? Это фотка меня. Это я так выгляжу? Красавец. Так, я не хочу смотреть телек. О, посмотрите. Тут даже текстурки меняются. Типа мяч катается. Это прикольно. Напнуть, напнуть, пинать, пинать. Ну что, именинник, твой ужин почти что готов. Почему бы тебе не пойти не позвать бабушку, чтобы она не пропустила, как ты задуваешь свечки? Позвать бабушку? А где бабушка? Здесь, что ли? Бабушка, ты где? Не понял, свечение что, от бабушкиной комнаты? Бабушка. О, боже мой. Это нормально? Это нормально в нашей семье, что бабушка живет в такой комнате с красным свечением? Без мебели. Кто это? Это я, твой внучок. Ой. О, мой. Так что, что? Это неприятно. Это мой хороший мальчик. Она подъезжает, подкатывается ко мне на чем-то. Она что? Ой, блин. А, я нарисовал ее очень точно, оказывается. Что с тобой, бабушка? Тебе плохо? Мой хороший мальчик, у тебя день рождения, не так ли? Ты знаешь, твоя бабушка любит твой день рождения. Хе-хе-хе. Я оставил тебе подарок в коридоре, мой хороший мальчик. Иди возьми. Хорошая бабушка, по-моему. Да, очень даже неплохая бабушка. Удивительно, как точно я ее изобразил. Боже мой, где? О-о-о-о-о-о. Мне нравится этот подарок. Так, и что мне нужно сделать с ним? Смотрите, кровь. Кровь сюда идет. К котику? Нет. Сделай это, говорит мне нож. Я не могу! Не хочу и не буду. Нет, лучше эту дурацкую мышь зарезать. Давайте вернемся к бабушке. Скажем ей, что она не права. Так делать нельзя. Вот просто нельзя и все, бабушка. Сделай это.
А, я решаю, кому сделать это. Тебе сделаю. Что мне не нравятся такие подарки. Хреновый подарок. Я ждал Соньку пятую. Что происходит? Воу. Я наказан? Где я нахожусь? Красная дверь какая-то. Что происходит? Оу. Я как будто бы в комнате бабушки. Хм. Ты думал, все закончилось? Ты почти застрял в... Что? Теперь мне нужна другая кукла. Точнее, марионетка. Что мне сделать? Выходить? Воу, 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 воу! По-моему, сейчас упаду, да? Нет. Кто здесь? О, боже мой. Я в какой-то ад попадаю, я не понимаю. И темнота. И все. Концовка вторая из трех. Оу. Она сказала мне, что я всего лишь марионетка, а не... марионеточник. Ну, не знаю, давайте попробуем получить еще две концовки. Тут вроде бы очень короткая игра. Вот и ножик. А теперь пойдемте к маме. Стоп, мы не можем к маме. О, боже мой. Только котик. Вот я не хочу это делать, но давайте ради концовки. О. Плохая... О, нет, плохая концовка. Пойду бабку грохну снова. Бабка, стой. Че тут? Стоп, дальше надо идти. Ага, теперь к маме. Я должен всех перебить. Всех кошек. Далее куда? Мама. Привет, мама. Вот ты где. А где бабушка? И что ты там несешь в руках? Все, как-то так. Хороший мальчик, теперь иди ко мне. А что за дверь? Это не сюда. О, тортик, ну на свечке. Нет. Пойдемте к бабушке. Бабушку надо слушать. Бабушка плохого не посоветует. Я весь в крови. Надеюсь, ей понравится это. Бабуль, ты здесь? Я все сделал. Мой маленький мальчик хороший, ты сделал все хорошо. Но наш повелитель, он... Ему нужно больше крови. Но не бойся, я... Я приведу там больше душ, больше крови. Что это за звук был? Звонок. Бюро душ слушает. Сколько вам надо? 911. Что у вас случилось? Пожалуйста, помогите. Здесь убийца вломился в дом. Мы живем на через 323. Пожалуйста, поторопитесь. Она положила трубку. Она обманула службу спасения. А, это следующие души. Сейчас придет, получается, полицейский. И мальчик убьет их, да? Какая необычная концовка. Она мне нравится определенно. Что это? О, бабка. Она видна только в синем свечении, а в своей комнате только в красном. Что это значит? Хороший мальчик написано. Концовка одна из трех.
Ну, а третью концовку, я думаю, вы сами посмотрите. Ну, а мы двинемся дальше и посмотрим следующую игру, которая называется... Отель без змей. Вот он такой, отель без змей. Добро пожаловать в отель без змей. Здесь 99%, 99% никаких змей. Прям гарантированно. В других отелях иногда могут быть змеи, но только не в этом отеле. Пройдите на ресепшн и наслаждайтесь своим пребыванием в отеле без змей. Смотрите, никаких змей. Step on it, наступите на змею. В этом отеле нету змей, понимаете, если вы еще не поняли. Я только что приехал в этот отель. Боже мой, Барт, это место просто потрясающее. Ты знаешь, как я ненавижу змей? Поэтому я пошел в этот отель, который называется «Отель без змей». Они правда этого добились, Барт? Тут никакой змеи абсолютно в этом отеле. Но я думаю, вы поняли, этот отель без змей. Пойдемте на ресепшн, кстати, никого нету, пойдемте дальше. Итак, найдите комнату 100. А что, внезапно так стало страшно? Ну, может быть, здесь и страшная музыка играет, эмбиенс, много пыли, и никого нету, но зато здесь... Нету змей. Это самое классное. Смотрите, еще записка. Не жизнь, а мечта. Я не думал, что это возможно, но я очень счастлив. Отель без змей соответствует своему имени. С тех пор, как я был маленькой девочкой и был похищен армией страшных ядовитых змей на каникулах, я не покидала свой дом. После 50 лет... Я наконец-таки нашла идеальное безопасное место для каникул. Спасибо, отель без змей. Потрясающе. Я так счастлив за протагониста. 50 лет она мучилась и наконец-таки нашла нужное место. Что тут не будет ни одной змеи? Нет, здесь должна быть хоть одна змея. Везде змеи, кроме как здесь. Я чувствую себя здесь безопаснее, чем когда-либо. Однажды, в каком-то там другом отеле, я шел в свою комнату, и когда я повернулся назад, чтобы закрыть дверь, там была змея, такая длинная, как моя рука, она висела на вешалке. Но здесь, в отеле без змей, мне не нужно об этом беспокоиться, потому что никаких змеиных тварей здесь не может быть сзади меня. Это не прикольно, придумали, создали такой саспенс, я немножко испугался. Диван. Диван подпирает дверь. Зачем? Почему? Как-то здесь страшно становится. Но я уверен, что здесь нет никаких змей, поэтому не паримся вообще. Итак, открываем дверь. Что здесь? Немножко крови. Кровь. Но... Одна змея! Одна змея есть! Что произошло с этим отелем? Раньше он был гораздо лучше, он скатился. Снег. Тот змей. Змей. Нажмите любой клавиш, чтобы вернуться в меню. Во-первых, это было очень красиво. Слушайте, погодите, я хочу еще раз это посмотреть. Очень красивая была анимация. Кстати, я могу спринтить здесь. Может быть, мне надо попытаться убежать от этой змеи. Так, где ты там? Я не могу убежать от нее! В таком случае я хочу просто посмотреть анимацию. Давайте насладимся этой анимацией. Красиво. Красиво. Отличная игра. Браво, браво, браво. Юмор есть, скример прекрасно сработал. Я думаю, пора двинуться к последней игре на сегодня. Игра номер 3, она называется... Это я до саспенса, извините, пожалуйста. Человек-человек. Вот так она называется. Нажмите пробел, чтобы начать быть человеком. Вот и человек. Мы просто спим, получается. И что? Нам нужно встать. О, мы будем управлять человеком этим. Давайте, просыпайся, мужик. Просыпайся. Что это? Что это такое? А! Это очень стрёмно, жутко и одновременно смешно. Мы играем человека, у которого выползает по ночам из-под кровати. Давай попробуем. Оп, дрыгай попкой. Сейчас я вылезу. Это самый нелепый монстр в мире.
Он в штанах хотя бы, это радует. Каждый раз, когда вы, ребят, спите... А, нет, он в трусах. Когда вы спите, оно выползает под страшную музыку. Достаньте нож. Смотрите, как он попкой сексуально трясет. Молодец. Так, о, скавы, вставай уже. Надо полностью вылезти. Ножи. Ножи. Где вообще нож здесь есть? Сейчас мы выкарабкаемся из этого щекотливого положения. Давай, аккуратней. Вот, наша ножка начинает рыскать. Я не понимаю, как этим пользоваться. Судя по всему, эта рыба одела костюм человека. Что куда-то заползло. А ну дальше ползет. Нет, давай, перевернись. Давай, давай, давай. Такое ощущение, как будто я компьютер ему ремонтирую. Так, сейчас мы тут, кажется, у вас материнка сгорела. Да-да-да, сейчас мы ее починим. Вот, а тут что? Роутер не настроен. Сейчас все сделаем, сейчас все сделаем. Стул надо убрать, только мешает. Очень мешает. А, это что? Да что? Подайте мне нож, сэр. Мне очень нужен нож, чтобы вы мне подали, чтобы я починил вам компьютер. Это не потому, что я хочу взять нож и убить вас, но не могу сам его взять. Ладно, боюсь, мне нужно забрать ваш компьютерный стол в сервис. Вперед! Я чувствую себя раком-отшельником своего рода. Я нашел себе наконец-таки ракушку, которая меня скроет от хищников. Так, мы уже развернулись. Мы уже развернулись. А значит, цель почти достигнута скоро. Давайте еще раз разберемся. И это моя правая рука. Это вправо повернуться. Во, хорошо. W это вперед. Поползли, поползли, поползли. Тут нам немножко мешается стол. Я заберу ваш стол, сэр. У тебя очень классный стол, но вы просрочили кредит. Поэтому я вынужден забрать этот стол, чтобы продать его на аукционе. И заодно все, что на нем. Все, что на нем, забираем. Нам нужно в следующую комнату. Нам нужно убить этого мальчика. Он задолжал мафии. Более всего. Задолжал банку кредит и мафии кредит. Он всем задолжал. О, мы дальше продолжаем идти. А вон нож. У-у-у, самое медленное убийство в мире. Повезло этому монстру, что люди спят минимум часов 6. А такие, как я, лентяи, спят вообще все 10-15. И поэтому у монстра есть достаточно времени, чтобы доползти до ножа и убить вас. Медленно, но верно. Этот удар будет самый страшный удар. Самый точный. Он медленно перережет вашу артерию. Встаем. Есть, мы взяли каким-то образом. Я думал, придется как-то встать именно, но нет. Нож сам к нам в руку влез. Он как родной для нас. Нам нужно теперь дать заднюю, развернуться. Вот, почти, почти. Давай, нож, помогай мне. Чертов стол кофейный. Ладно, это моя традиция. Я должен иметь панцирь. Мне нравится эта игра. Потрясающая игра. У меня есть все. И юмор, и страх. И стол, и он на мне всегда. Да господи, черт, надо вылезти, давай. А, блин. Вот, хорошо, хорошо, хорошо. Я почти встал, почти научился ходить. Смотрите, как я иду. Лунная походка. О, смотрите. Если быстро жать, я встал. Ни хрена себе. Так можно было? Давай, встаем. О, меня просто колбасит по всей комнате. Давай, 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 давай. Я тут просто, вот тут еще стремнее, если честно. Ага. Стол, я одолею тебя. Вот. Вот это поза убийцы, готового нанести роковой удар. Я убью тебя. Просто, это просто самый зловещий убийца. Вы настолько долго спите, друзья, что нет даже время поваляться, посмотреть телек и посмеяться вдоволь. Пора бы перевернуться, кстати говоря. Давай, 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 встаем. У меня даже есть время опрокинуть ваш телек. Он завидует вам, потому что вы богато живете, у вас есть телек. У него нет ничего, даже одежды. Только трусы остались. У него даже ножа нет, чтобы убить вас. Он ваш используя для этого. Убейте Дэрила. Кто такой Дэрил? Мне вообще плевать. Зачем нам его имя? Надо было просто написать, убейте чувака на кровати. Он спит в квартире. А вы бомжуете в трусах одних. Вы его ненавидите. Вот это я бы сразу проникся тогда персонажем. Теперь у нас проблема. Оказывается, когда он на животе, он гораздо лучше перемещается в пространстве. Вот-вот-вот-вот-вот. Хорошо. Отлично, стол. Внезапно. Я не знаю, как так получилось, но мы преодолели это. Ага! Так тебе и надо, стол. Я еще и стол одолел. Напрягай булки. Ты почти в комнате. Сейчас камера переключится, и все будет хорошо. Ха-ха-ха, Дэрил! Дэрил, ты мой покойник! Ты просто, тебе хана! И твоему монитору, дорогому, хана! Тебе всему хана! Уничтожить
уничтожить! Погоди, стол мешает. Дарл, будь ты проклят! Зачем ты столов понаставил в этой хате? Да, прокинуть шкаф на Дарла, давай! Пробел! О, мы еще можем пырять! Дарл, ты очень крепко спишь для того, что здесь происходит. А, я уже с той стороны выползаю. Вот так вот вы, ребят, спите, а к вам шкаф подходит, прикрываясь столом. Слушайте, если уж сказали, что его зовут Дарл, так как зовут нас? Давай, почти. Есть! Дарл уже убит! Черт! Теперь убейте Карла, ползущего Карла! Ух ты, Карл! Ты убил Дарла! Вместо меня! Я должен был убить, мы же договаривались! Карл! Черт, вот это поворот сюжетный! Как мне... Карл! Мне нужно развернуться! Есть! Вот так! Хорошо! Карл не должен покинуть дом! Давай! Давай! Есть! Карл! Ты покойник! Нет, шкаф, не трогай меня! Карл уже почти у входной двери! Скорей! Ду-ду-ду-ду-ду! Ползи! Мы что ли? Дарл, я отомщу за тебя! Скоро! Дарл! Нет! Нет! Карл убежал! Ползучий Карл убежал. Что означает, вы проиграли. Нет, вы не получите клевый экран проигрыша. Зачем награждать вас за проигрыш? Я бы сказал, попытайтесь снова, но... Вы можете себе представить, что вы проиграете два раза подряд? Вы будете себя чувствовать наверняка очень плохо. Я даже не буду вам давать кнопку перезагрузить игру. Кнопки перезагрузить — это для победителей. Просто обновите браузер. Нет, я лузер, по мнению этой игры. Конечно же, я обновлю браузер. Я человек не гордый. Дарл! Я успею тебя убить раньше Карла. Дарл! Ага, все. Быстрей! Даем заднюю. Стой, Карл! Стой! Пинать его! Пырять! Нет, Карл! Стой, почему он не умирает? Карл, скорее! За ним! За ним, ползучий человек! Как он так легко столы преодолевает? Он профессионал, сразу видно! Давай! Давай! Так, хорошо! Скорей! Да почему ты не... Нет! Давай, давай! Напади, 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 убей Карла! Почему я не могу убить Карла? В самый последний момент мы убили Карла. Прекрасный экран. Победный. Нас наградили. Прекрасная игра. Очень клевая. Мне понравилось больше всего. Она вызвала реальные эмоции. Реально был саспенс. Ладно, и про змею тоже было отлично. Да и, в принципе, про мальчика с бабушкой. Мне все нравится, меня все устраивает. Я человек не гордый, не привередливый. А что думаете вы? Какая игра вам понравилась больше? Пишите в комментариях и советуйте мне еще хоррор-игры, инди-хоррор-игры, которые вот даже вот такие забавные. Без страха, но с приколом. Все это в комментариях пишите. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании, обязательно заходите в мой телеграм-канал, он очень активно развивается, а также заходите в мой дискорд-канал, ссылка будет также в описании, ребят, мы там общаемся с вами. Недавно совсем было общение прям по аудиосвязи, с доску своими мы болтали. И это был реально очень крутой экспириенс, так что мы это будем делать довольно-таки часто, так что все внизу, дискорд, телеграм, ВК, заходите. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!